Как правило, под визионерством понимают способность к предвидению будущего. Деятельность современных визионеров может быть похожа на магию, но так покажется лишь неподготовленному. Провидцем можно назвать каждого, кто в совершенстве овладел следующими вполне человеческими качествами. Детальная осведомленность в вопросе очень и очень напоминает магию. Доскональное знание знаков той или иной сферы – обязательный аспект прогноза, претендующего на то, чтобы сбыться. Так Стива Джобса часто восхваляют за предвидение развития рынка. Этот факт говорит лишь о долгом и вдумчивом изучении рынка и покупательского поведения, что никогда не было лишним при разработке новых технологических продуктов, да и в любой другой сфере жизни тоже. Когда-то логика была обязательным школьным предметом и учила прежде всего технологии мысли, от правильной постановки вопроса до его разбора. Частными случаями этой науки являются доказательства и опровержения, системные процессы, которые позволяют создать наиболее полную картину о том или ином явлении. Такой подход также характеризует прогностический склад мышления. Чисто математически, любое явление в мире можно описать в виде функции с изменяющимся значением. Это означает, что понаблюдав за динамикой изменений в той или иной сфере, легко представить, как она будет развиваться. Это ли не то самое мистическое предвидение будущего, о котором до сих пор говорят с восторженным придыханием? Сценарное планирование относится к инструментам и технологиям, которые позволяют управлять неопределенностью будущего. Суть метода заключается в исследовании предопределенных элементов и ключевых неопределенностей и комбинировании их для формулирования альтернативных сценариев будущего. В некоторых религиозных сюжетах, например, германо-скандинавской мифологии, слово предсказателя оказывается даже выше желания богов, поскольку даже боги не в силах отменить предсказанного, причем предсказание может быть высказано даже богу. Этот факт означает прежде всего то, что предопределенного будущего не существует. Значит, хороший прогноз способен стать сценарием для реальных событий, а при таком раскладе предсказывать будущее означает строить его. И напоследок народная мудрость. Если не знаешь, что будет дальше, хорошенько присмотрись тому, что уже было. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, рассказываем друзьям и всем спасибо.